В этот раз полицейские наведались в одну из крупнейших торговых точек Новоорска и не ошиблись адресом. Здесь любой мог купить суррогат водки из Казахстана и по приемлемой цене. На продавца был составлен протокол, а хозяевам, скорее всего, придется выплатить небольшой штраф – от 1,5 до 2 тысяч рублей. В связи с многочисленными пробелами в законодательстве, а также минимальными наказаниями за вышеуказанные деяния, правонарушители из-за большей получаемой прибыли вновь и вновь продолжают заниматься незаконной деятельностью по реализации суррогата. Прикрыли подобную лавочку и в Ясном. Там мужчина с сентября прошлого года наладил прибыльный бизнес. Отбоя от клиентов не было. В ходе рейда из-за оборота была изъята крупная партия казахской водки, причем в ассортименте.